Ребята, всем привет, с вами канал Detol, и мы играем в Shadow Fight 2. Да, ребята, всем привет, ну что ж, мы продолжаем наши бои ниндзя, наши тени. Хоу-хоу. Да, ребятки, ну что ж, мы хотим проапгрейдить оружие, потому что у нас невозможно, просто невозможно играть дальше. Надо тем более, хоть... это стоит всего лишь 200 для нас. Да, проапгрейдим Сай, они, в принципе, неплохи. Но это займет еще 2 минуты, а пока мы посражаемся... На выживание, ребята. На выживание. Да, на выживание посражаемся. Разомнемся заодно. Так, и конечно. Здесь тоже нужно проапгрейдить, потому да, что... Да. Апгрейдим здесь нашу старую кожаную куртку рваную. Кожак наш не... нужно проапгрейдить. Так, улучшаем. Так, и давай шапку, что ли, тоже проапгрейдим. Ну да, все проапгрейдим, потому что что-то нам тяжко сражаться. Да, тяжковато, ребята. Вот опять 2 минуты. Я как раз сейчас 2 минуточки, ребятки, потратим на выживание. И заработаем как раз хоть немножечко... баблишко, чтобы покупить наши затраты. Поехали! Поехали в бой. Раунд 1. Да, ребятки, здесь, короче, у нас какая ситуация происходит. Сначала у нас очень легкие противники. А потом неимоверно сложные. Да, а потом сложняцкие прям. Но сложняцкие. Поэтому легких нужно прям сливать в ноль, чтобы они нам ни единого дамага не наносили. Но пока что это не получается. Ух ты, хорош! Сколько дамаг наносит. Хорошо. Как он подлетел-то. Да, мне нравится, когда так время замирает, и прям ты думаешь, что все, но на самом деле... Не, нормально. Чуть-чуть хелсов у нас отнял, ничего страшного. Да, второй раунд. Смотри, сабля у него. Сабля? Это не сабля, это какой-то, я не знаю, меч. Могучий меч. Ай-яй-яй, по ноге ты видел, как жахнул? Ой, и в живот. Как он так быстро своей махает этой штукой? Да, кстати говоря, когда мы играем, ей нам сложно. Нам ой, сложно мне кажется, выбрать. Он прям по промежности заехал. И... Слушай, да что ж такой активный-то игрок? Да, какой-то... Попался, мы не можем даже нанести ему никакой дамаг. Что ж такое-то? Ну давай, давай, хоть что-то. Ну, да как так-то? У него какой-то брутал еще. Да обалдеть. Слушай, постоянно наносит нам дамаг, просто постоянно. Еще и в защиту ушел. Да. Так, и... Атака. Ты все, добился. Да, всего лишь три раза. Прямыми три ударами. Три раза всего лишь нужно было. Да, вот здесь сейчас очень будет тяжело на самом деле, потому что уже... Здоровья у нас мало, у него тоже Саи. И... Да, ребятки, так что здесь, конечно, у нас уже немножко по-другому развивается бой. Но мы будем стараться. Да! Опа, хорошо, он промахнулся, и мы, правда, тоже промахнулись. Ай, подкат не получился, но зато ногой мы выбили его из колеи. Да, нам бы оружие у него выбить было бы вообще супер. Отлично. Хорошо, еще и в голову умудрились как-то попасть. Раз, два, двойной, и ай. Еще... Ах, вот это было бы сейчас очень красиво, если бы он подловился бы под удар. Ай-яй-яй, под а ногу вот мы... прям подставили. На, о, хорошо, ребятки, хорошо, хотя бы вышли на следующий раунд, четвертый. Четвертый противник у нас, у него две мачете. Давай попробуем его сразу атаковать. Есть критический удар. Но у него уже заметно меньше здоровья отнимается. Ух, конечно, вот и заметно больше он будет нам отнимать здоровье. Это понятное дело, да. И раз, и два, и... Ух, хорош, с коленочки прям так. Кританули еще, и еще кританули. Ну-ка. Но... Эх, вот так было все вроде вот хорошо. Вот так подловили и... Все-таки начинает атаковать, но мы не даем ему спуска, не даем! Ну, давай, чуть-чуть осталось, раз и два, нет, что-то не... Ай-яй-яй, не получается подловить его, подловили, и еще один удар, еще парочка, захват, и есть, ребята, следующий потрясающе. Раунд. Ну вот здесь уже точно мы не с такими хелсами не справимся. Думаешь, на пятом раунде, но мы будем стараться. Здесь будем стараться. Очень мощные у нас противники, прям, ну, неимоверно мощные, видишь, прям с такими маленькими кинжальчиками он прям резать нас будет. Резво-резво, на шашлыки. Да? На шашлыки порежет нас. Ах, но мы тоже даем ему сопротивление, и пока что он, правда, блок поставил. Тихо, Все. Разрезал наш, расшинковал. Разрезал, нашинковал, 240 примерно мы здесь получили. 207 и 2 звездочки всего лишь, ребята. Вот так вот. Предмет улучшен. Отлично. Предмет улучшен и предмет улучшен. Ну что ж, давай посмотрим, что у нас в сюжетной линии нашей. Может, чуть-чуть где-то уже не так. Ой-ой-ой, не сюда. Так, ребятки, будет... турнир легко. Потрясающе. Очень хорошо. Поехали в бой. Поехали в бой, ребятки. В турнирчике играем. У нас железный против нас. Ух ты, железный. Ну что ж. Так, он с
Опа, опа, смотри, как хорошо. Ногой его. Ты смотри, о, комбо ты, слушай, 3. Вот начало прям мы... Да, получаем мы удары, конечно, пропустили мы немножко. А, ну слушай, у него кастеты, и поэтому ему достаточно тяжело до нас дотянуться будет. Кастеты, но кастеты дают быстрый удар. Ай-яй-яй, хотел подкатиться к нему. Ух, вот этого перкотиком он красиво нам нанес урон. Давай, давай, о, давай. Ты смотри, все никак я не допрыгну до него. Эй! Ах, и ты уже пытался, но... Ну, на самом деле, несмотря на то, что легко, он быстрый, быстрый, он быстрый. Очень быстро, но... Да все, никак второй удар-то не получается, ну... Что-то да, как-то у нас не удается. Ой, как хэт-хит критический, вот ты видел? Да. Прям это пронзили. Прям подловил. Пронзили его голову прям полностью. Мне кажется, Сая прошла сквозь голову и дошла до самого сердца. Ай-яй-яй, ногой, смотри, отбил наш удар, который мы используем постоянно, да? Вот, да ты что такое-то? Ну, на тебе тоже с ноги ногой. Тоже. Ты видишь, как он быстро, кстати говоря, очень быстро, атакует? Очень быстро. Поэтому здесь, мне кажется, оружие надо подбирать под себя. Ну, конечно, да, с которым тебе удобнее. Ты нужно привыкать к каждому оружию. Ай, между ног, если ты хочешь зарядил. Менять. Так, еще. Ох, ты хорош. И с ноги. С разворота причем. Да. Ай, захват сделал. Захват нам дали, сделал. Дали, сделал захват. И... Слушай, старается победить всеми силами он прям выносит. И мы должны стараться. Еще один маленький удар. Есть, да. Есть, ребята, победа. You win. Это хорошо. Фух, смотри, 50. Здесь дают 50 вот это звездочек. Да, вот это уже другой уровень. И есть, мы получили. Так, твои умения возросли, и что мы можем поделиться с друзьями? Это что такое, профиль или позже? Что я это? Думаю, позже. То есть можно поделиться с друзьями? Да, мы пока что, а то, мне кажется, все вылетит и у нас... Да нет, вот он профиль, и у нас здесь появились какие-то новые умения, да? Да, вот смотри, двойной удар ногой в прыжке. Ну ничего себе, изучаем? Да, давай изучим, почему бы и нет. Изучили? Да, изучено. Смотри, у нас теперь прыжок и два раза... Да? Да. Ну-ка, просмотр. Ага. Вот такой вот комбочка у нас может быть. Ничего себе, то есть вверх удар ногой. И удар ногой. Вверх два раза удара и в сторону, ну это прям... Что? Просто вверх и два раза ногой. Да? А ну, вот конечно. Этот нижний как? Но это нижний, это другой прием, это все приемы, которые здесь есть в принципе в игре. Ага, все ясно. Так, и у нас появились новые оружия. Ух ты, вот этот костюмчик просто. Да ладно, за 90 всего? Да, только за 90 чего? А, за 90, слушай, я думаю, ничего себе, как обрадовался, да, думал? Так, смотри, у нас здесь за 1080 можно улучшение сделать, или за 1200 можно взять новое. Я думаю, нагрудник кендо. Кендо возьмем? Ну да, за 1200. Давай, возьмем за 1200, покупаем нагрудник, дальше у нас есть новое оружие. За 33 мы не потянем, но вот за 950, 55 урона нужны будет. Ли они? Асаи сколько? 45. Смотри, Асаи за 1400 они тоже будут наносить 55. Ну так что выбираем какие нам. И кастеты за 1400 будут 55 наносить. Но они все оружие выравнивается, понимаешь? Оно все. Слушай, доводит... давай тогда не Саями играть. Да, чем или тебе больше прикольнее? Нравится, не знаю. Вот что тебе больше нравится, тем и будем играть. В принципе, Саи неплохо, можно кастеты, конечно, протюнить и ими играть. Но, видишь, Саи дают нам такую... Издалека, да, да, надежду на урон. Но мы пока что поиграли Саями. Если давай не будет получаться совсем Саями, то мы уже возьмем другое оружие. Ну, давай Саи тогда грейдим. Да. Поехали. 5 минут, ребятки, 5 минут. Да, 5 минут для апгрейда, скорее всего, вы уже увидите в следующем видео. И у нас осталось 420 монеток. Но нам не хватает на кабуто солдата. Да, потому что 710 нужно. И поэтому поиграем сейчас в выживание, ребятки. Да, и... Потому что, кстати говоря, турнир у нас легко. Хотя в турнире легко, давай в турнире сразимся и завоюем победу. Или выживание. Ладно, не, выживание. Нет, выживание, накопим, ребятки, накопим денег. Да, накопим, чтобы нам в турнире было прям совсем изи. Да, ребятки, ну что ж, поехали. Мы у нас, кстати говоря, ничего не протюнено. Кстати, нужно попробовать этот удар вверх и два раза ногой. Как ну, он... слушай, это не всегда, конечно, так может получиться. Понятное дело, но почему бы и нет? Прям еще и двойной удар и пробовать будем. Нам бы здесь не проиграть. Ну, пока что да, пока что мы вообще даже обычными ударами. Ай, как ногами зацепил, то есть. Так, вверх, ай, вверх, ну, видишь, невозможно это все попробовать в бою. Это чисто случайно должно выйти. То есть, в принципе, нужно просто нажимать на все кнопки и тогда... У нас оружие выбил. Ты представляешь? Да. Что-то какой-то мощный на первом-то ударе. Это что такое у нас за игра? Не знаю, как-то нас прям выносит. Смотри, он с этими дубинками, да? Да.
Фу, ничего себе. Ну-ка, ну что, ну хоть добьем-то хоть немножко. Ай, нет, все равно не получается. Да, не получается, ребята. Ну вот критический урон нанесли, конечно. Но проблема в том, что мы потеряли оружие и... Интересно, на втором-то... На втором должны быть. Появится? Да. Ну давай посмотрим. Да, все-таки мы достали свои стяги, у него кастеты. На тебе, слушай. Слушай, ну да, против кастетов, конечно... Мне кажется, из-за того, что у нас повысился уровень до четвертого, да, и противники возможно, выживание, стали... выживание стало, тоже стало сложнее. Хотя вот этого противника мы очень легко разнесли. Прям он, мы его подловили. Да слушай, смотри, он отпрыгивает прямо от нас. Ну. Добивай, добивай его, чуть-чуть осталось. Есть, подловил. Воздухе, смотри, подловил. В воздухе подловили его. Но тут, ребята, да, уже сложновато нам. Третий раунд. И файт. Бам-бам. Ну, пока что все в молоко, куда-то мы удары бросаем. Перепрыгнули. Еще. Атака. Ай, ты смотри, как он нам пнул пинка, под пинка прям дал. Хорошо, и смотри, мы одной вот атакой практически его... Да, не даем ему просто атаковать. И победа. Да, и победа. Очень, кстати говоря, на изи прошли. Четвертый раунд. Ну-ка, саблемен. Их. Саблемен. Это катана какая-то, не саблемен. Так, оп, хорошо, в живот. Ну. Ай, хорошо подловили. Просто потрясающе. Ай-яй-яй-яй, здесь уже, конечно, откатываемся назад. Хотел ногой его... Ух ты, смотри, какой... Был двойной удар ногой, вверх и два раза ногой. Да нету вверх и два удара, не получается. Да как же так, ну да, же... Вверх он просто подпрыгивает, понял? Ну, комбо же такая была. Была, но надо ее попробовать сначала на мешке, а потом уже... А потом уже пробовать в бою, ребятки. Ну что ж, вот такой вот у нас был бой, кстати говоря, может... А, не хватает нам все равно, да, на 700? Да, за 700. Не хватает. Ну надо подкопить немножко денежек, ребята. Вот такой вот был Shadow Fight, вот так вот мы подрались. Вам огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч в новых видео. Всем спасибо, ребята, пока! Пока!